Ты где был? Я дозвониться до тебя не могла. Уснуть из-за тебя не могу. С ребятами отмечали в ресторане, сдали проект. Что ты творишь? Тёмку из школы не забрал. Мне пришлось срочно подмену искать. Он целый час проторчал там, пока меня дожидался. А это что такое? А? Это кто тебя так? Не знаю, танцевал с кем-то, наверное, ну. Танцевал ты с кем-то? Ты офигел? А что, тебе только можно? Муж стал чаще задерживаться. Приходит домой выпивший. На рубашке помада, пахнет женскими духами. Я сначала думала, что он мне мстит. Ну что, ты поел? Беги быстренько, сделай домашнее задание. Можно потом поиграю? Нам мало задали. Ну, конечно. Давай, беги. Чуть за мужики? Ты совсем офигел? Еще в соцсетях размещаете. Это не я размещаю, а Катька, дура. Катя познакомилась в сети с мужчиной и попросила меня сходить с ней навстречу. Ну, а мужчина привел с собой друга. Слушай, мне это надоело. Она тебя по кабакам таскает, и ты мне еще врешь. Ты мне сказала, что на шопинг пошла. А что это у тебя? Сережки новые? Это мужик этот тебе подарил, да? Успокойся, это Катька подарила мне на прошлый день рождения. Мне вообще не нравится. Мы с моей подругой Катей родом из Воронежа. Учились в одной школе и дружили. Катя первая перебралась в Москву, устроилась работать парикмахером. Ну, а я следом за ней после того, как окончила университет. Именно Катя познакомила нас с Сашей. И мы вместе уже 8 лет, сыну 7. Потом Катя переехала в Италию к итальянцу. Ну, у них что-то не заладилось, и она вернулась. Ну, и она безработная, одинокая. Мне ее жалко. Катька таскает меня везде с собой по тусовкам. Я не могу ей отказать, а Саша из-за этого сердится. И вот сам стал пропадать где-то вечерами. Я думаю, что у него появилась любовница, и она его приворожила. Муж верен тебе. Об этом говорит руна Одал. Руна стабильности. Но на вас с мужем есть магия. Она смогла вмешаться из-за проблемы, которая возникла в ваших отношениях. И что теперь делать? Возьми этот амулет и носи его всегда с собой. Принесешь его тогда, когда на нем проявится руна. Тогда я увижу, что это за магия и что делать дальше. Я немного успокоилась, когда узнала, что Саша был мне верен и что наш с ним разлад вызван магией. Я была уверена, что кроме магии никаких проблем у нас с ним не было. Хорошо, на сутки все. Я вас записала. Всего доброго. Привет, подруга. Привет. Слушай, а ты можешь нас с Кириллом пустить сюда? Ну, ты же можешь ничего не оформлять, и просто мы пройдем, и все. Я не дежурю в эти выходные, не получится. И что мне делать? В халупу его съемную вести? Я вообще-то замуж хочу. Я тебе помогла выйти замуж, и ты мне помоги. Хорошо, я подумаю, может быть, что-то соображу. Слушай, мне можешь еще денег одолжить? 20 тысяч, пока я на работу не устроилась. Сейчас переведу. Спасибо. Здорово. А что ты серьги мои не носишь? Я не могу. Уши от них болят.
Сегодня задали нарисовать свою будущую профессию. Я пилотом решил стать. Это самолет. Ай, здорово как! Ну, какой ты у меня молодец. Красота. Ладно, беги давай, собирайся, сейчас домой поедем. Мамуль, привет. Приветик. Ну, как ты? Обустроилась уже здесь? Нравится тебе? Ну, на первое время нормально. А потом продам свою квартиру в Воронеже и что-нибудь куплю. Хорошо, что я решилась сюда к вам перебраться. Буду вам с Тёмочкой помогать. Да, кстати, Тёма сказал, что ты с Сашей ссоришься. Да, за Кать. Она тут снова объявилась. Таскает меня везде с собой. Жениха себе ищет. Ну, а Саше это, конечно, не нравится. Так зачем же ты идёшь у неё на поводу? Мне она вообще никогда не нравилась, ты знаешь. Ушлая, наглая девица. Мам, я готов. Иду. Я постоянно проверяла Верин амулет, но руна на нем все не появлялась. Я очень волновалась за наши отношения и надеялась, что Вера сможет избавить нас от магии. Саш, подожди. Я хотела извиниться, я действительно была не права насчет шопинга. Тебе понравилось бы, если бы ты меня увидела в компании друга и двух девиц? Нет, конечно. Ну вот и мне твоя Катя не нравится. Она бесцеремонная и наглая. А ты знаешь, что она ко мне приставала, когда ты в роддоме была? Чего? А почему ты раньше молчал? Ты бы все равно не поверила, ты ей доверяешь. А я видел, что она глупая болтушка и хищница. Нет, конечно, она стригла хорошо, и поэтому я к ней ездил стричься. И я благодарен ей безумно, что мы у нее в салоне познакомились. Но я тебя прошу, гони ты ее в шею, пожалуйста. О, Кирилл едет на 3-4 дня в Сочи с друзьями. Мне нужно быть там. Просто как-то затащить его в постель. Почему ты думаешь, что он хочет? В отель же к нам не пошел, хотя я вам и номер организовала. Да он был не готов. У него дома там жена, ребенок, а там-то он один будет. Уводить мужика из семьи – последнее дело. Надо же, какие мы моралисты стали. А до этого все по-другому было. Знаешь, я мужу вообще-то всего один раз изменила, и то по дурости, и очень об этом жалею. Кстати, мне Саша сказал, что ты к нему приставала, пока я в роддоме была. Да он врет. Он просто поссорить нас хочет. Слушай, а на какие деньги ты собралась в Сочи ехать? Ты же вот только у меня занимала. Ну, я думала, ты мне должишь. Катя, я вообще-то не олигарх, постоянно тебя спонсировать. Тебе что, трудно подруге денег одолжить? Я вообще-то тебя с мужем познакомила. И за 8 лет даже не намекнула ему о том, что ты ему изменила. Хотя могла бы. Так что думай. Ирина подозревала, что ее муж Саша завел любовницу, которая уводит его при помощи магии. Вера увидела на их отношениях магию, дала Ирине амулет и велела принести его, когда на нем проявится руна. Саша злился на Ирину за то, что она проводит много времени с подругой Катей и врет ему, что была в другом месте. Но Ирина не могла отказать Кате во встречах из благодарности. Ведь 8 лет назад именно Катя познакомила Ирину и Сашу. Когда Ирина отказала Кате в очередной просьбе помочь деньгами, подруга намекнула, что может рассказать Саше о том, что Ирина изменила ему 8 лет назад. Ой, Ир, привет! Смотри, кого я встретила. Витя приехал из Воронежа потусить на недельку. Мы решили кофе попить. Пойдешь с нами? Привет. Чудесно выглядишь. Совсем не изменилась. А я слежу за твоими соцсетями. Жалко, что мало фоток постишь. Ребят, а идите одни, мне домой надо идти. Да перестань! Ты что, с Витей пообщаться не хочешь? Он же тебе не чужой человек. Вы чуть не поженились.
Всем привет. А, привет, а ты откуда здесь? Встреча с клиентом была неподалеку. Вот, решил тебя с работы забрать. А, познакомьтесь, это Виктор, наш старый знакомый из Воронежа. А, ребят, вы идите, пейте кофе, а нам домой надо. Увидимся еще. Пока. Увидимся, Саш. Пока. Что, опять Катя какого-то тебе мужика привела, да? Да успокойся, ты ее... Ухажер из Воронежа. Ну, я ведь больше не хожу никуда с ней тусоваться. Просто не могу прогнать ее, правда? Я ужасно злилась на подругу. Зачем она притащила ко мне на работу моего бывшего жениха? Саша ничего не знал о нем, и я хотела, чтобы так оно и оставалось. Тебе тут Виктор написал в соцсети. А ты что, читаешь мои сообщения? Я случайно? Ты забыла закрыть свою страницу у меня на ноуте? Это же тот самый Виктор, которого мы сегодня встретили? И который якобы ухажер Кати. А почему он тебе пишет, что он соскучился, вспоминает о прошлом, и называет тебя... любимая. Я тебе соврала. Он мой бывший парень, с которым мы встречались в Воронеже еще до моего переезда в Москву. Но он в прошлом, мне он не нужен. А зачем ты мне соврала, скажи? Ну, потому что я боялась, что ты разозлишься. А я и злюсь. Мне достало твое вранье и твоя Катя. Я сегодня переночу у родителей. Вот. Руна проявилась. Муж разозлился на меня из-за того, что я его обманула. Подруга притащила ко мне моего бывшего, и Саша подъехал в это время. Пришлось соврать ему, что это Катин ухажер. Зачем же ты соврала? Ну, потому что муж и так нервничает из-за того, что мы общаемся с Катей. Она прилепилась ко мне, как банный лист, деньги клянчит. Он ее терпеть не может. Приходится врать. Руна Лагус на амулете указывает на обман. Ты очень много врешь мужу. Это и есть проблема в ваших отношениях. Именно из-за этого в ваш брак вмешалась магия. Руна Перт. Она указывает на какое-то заговоренное украшение. Посмотри в глаза совы. И скажи, что чувствуешь. А, уши чешутся. Значит, это серьги. Магия на вас с мужем наведена через заговоренные сережки, которые появились у тебя недавно. Это серьги, которые мне подарила Катя. Это она нас пытается развести с мужем? Этого я не вижу. Дай эти серьги подержать дарившим. А потом принеси мне, и я сниму магию. И у нас с Сашей будет все хорошо? Если перестанешь врать мужу, то вам удастся сохранить семью. Значит, магию на нас Саша навела моя подруга через серьги, которые она мне подарила. Похоже, она хотела отбить у меня мужа. Ведь Саша говорил, что Катька приставала к нему, когда я была в роддоме. Но я ее устрою. Привет. Надо встретиться. Отлично. Я как раз сама хотела с тобой поговорить. А, привет, а ты вернулся? Я не слышала, как ты пришел. Нет, из-за вещами. Саш, ну, пожалуйста, вернись. Ну, у нас же сын. Я клянусь, что я не буду общаться больше с этой Катей. Нет. Встретимся, кофейку попьем.
Я должна была дать Катьке подержать подаренные ею серьги, а после принести их Вере. Нужно было сделать это как можно скорее, чтобы Вера сняла магию, и мы с Сашей помирились. Рисуем, что ты любишь рисовать, мультики? Тёма, надо же, как вымахал. Я 5 лет тебя не видела. Только на папу почему-то совсем не похож. Что тут решила устроить? Мы обе понимаем, что Тёма, сын Вити, 8 лет назад изменила мужу с Витей по старой памяти. Вот и залетела. А Саша, что, наверное, не знает? Ну, может все узнать. Я все это время молчала, потому что думала, что мы подруги. Ну, ты себя ведешь совсем не по-дружески. Мне нужны деньги, а ты мне отказываешь. Так ты шантажировать меня решила. Ты за этим вчера Виктора сюда притащила? Я, кстати, ему еще не сказала, что Тёма его сын. Тёма сын Саши. Если ты не хочешь, чтобы Витя узнал, то дай мне 100 тысяч. А это не такая большая плата за молчание. Слушай, а какого черта ты мне эти сережки с магией подарила и теперь шантажируешь? С какой такой магией? С такой. Я знаю, что ты этими сережками меня разводишь с Сашей. Если кто и разводит, то точно не я. Надо же, как Витя тебя любит. Магию какую-то наложил. Это он тебе передал. Ты же говорила, что это твой подарок мне на день рождения. Сэкономить решила? Ну ты дрянь. Короче. 100 тысяч. Пока, Тёмочка. Я была совсем раздавлена. Это мой бывший решил вернуть меня при помощи заговоренных сережек. Мне надо было дать ему подержать серьги и принести их Вере, чтобы она сняла с них магию. Но прежде я решила найти деньги, чтобы заткнуть шантажистку Катю. Все, всего доброго. Ну, что, прискакала? Что у тебя случилось? Мам, дай 100 тысяч в долг. Я все отдам. У мужа возьми. Не могу у мужа. Меня Катька шантажирует. Она считает, что я родила Тему от Вити. И грозится все рассказать Саше. В смысле? Как от Виктора? От твоего бывшего? Да, мам, да. Когда мы с Сашей только начали жить вместе, мы очень много ссорились. И вот после одной такой ссоры мы с Катькой поехали в Воронеж на встречу одноклассников. Ну? Там я встретила Витю. Он смотрел на меня такими влюбленными глазами, предлагал снова сойтись. А я злилась на Сашу и очень сильно выпила. Ну и мы с Витей переспали, в общем. Господи. А потом я в Москву вернулась, и мы с Сашей помирились. Через 3 недели я узнала, что беременна. Это может быть ребенок и от Виктора, и от Саши. Мам, дай денег. Я тебе все отдам. Ты что, не понимаешь, что она с тебя не слезет? Эта шантажистка не остановится. Она так и будет пить твою кровь. Ну, ты же мать, как ты так можешь? Могу. Я для этой твари денег не дам. А за свои ошибки надо отвечать. Я решила пока отложить поиск денег. Самое главное – снять магию. А для этого мне надо было встретиться с Виктором. Я назначила ему встречу, но внезапно ко мне на работу в гостиницу приехал мой муж. Я хочу разрулить ситуацию хотя бы ради Тёмы. Только ради Тёмы? Ты меня больше не любишь? Слушай, ну неужели это все из-за Кати? Я не понимаю, зачем она притащила в гостиницу твоего бывшего? Она что, хочет разрушить наш брак? Что вообще происходит? Объясни. Ты что, тот самый Виктор? Твой бывший? Ну что он тебе звонит? Да он по делу. Он просто хотел остановиться у нас в гостинице. Совсем ты завралась. Да. Я скоро буду. Вера сказала Ирине, что магия проникла через заговоренные серьги. Ирина решила, что выражила ее подруга Катя, которая подарила ей сережки. Но выяснилось, что серьги через Катю передал Ирине Виктор, ее бывший парень.
Катя потребовала у Ирины 100 тысяч в обмен на молчание. Ведь она знала, что 8 лет назад Ирина изменила мужу с Виктором. И именно он мог быть биологическим отцом сына Ирины. Ирина решила встретиться с Виктором, чтобы он, как сказала Вера, подержал в руках заговоренные серьги. Я их не возьму. Я замужем, Вить. Возьми. Скажешь мужу, что на работе подарили. Я Саше не вру. Серьезно? Помнится, мы с тобой переспали, когда ты с ним жила. Слушай, ты зачем мне эти сережки через Катю передал? У меня из-за твоей магии проблемы с мужем начались. Как ты узнал про магию? Ну да, я нахимичил. Но я сам до конца в это не верил. Ира, я тебя люблю. И всегда тебя любил. Возьми цветы. Да отстань ты от меня. Я люблю мужа и сына. Давай сережки. Слава богу, Виктор подержал в руках эти чертовы заговоренные серьги. Теперь я должна была отнести их Вере, чтобы она избавила нас с мужем от магии. Да. Мне нужны деньги, срочно. Давай завтра. Нет, мне они нужны сегодня. Хорошо. Я сейчас пойду в банк и возьму микрокредит. Давай там встретимся. Ну ты и дрянь. Столько лет молчала, не шантажировала, а тут... Раньше не нуждалась, у меня Альберто был. А теперь времена такие настали. Приходится вертеться. Ну, теперь, я надеюсь, ты от меня отстанешь? Ну, как сказать, ты теперь у меня на крючке. Жизнь нынче дорогая. Чтобы хорошо выйти замуж, нужно хорошо выглядеть. Держал вороживший. Это бывший мой. Он передал сережки через подругу мою, заклятую. Но у меня начался полный кошмар. Муж от меня отдалился. Говорит, что больше мне не верит. Ну да, вы правы. Я ему вру. Ну а что, если и вправду окажется, что он не отец нашего сына? Катя это знает и шантажирует меня. Угрожает, что расскажет ему о том, что я изменила ему с Виктором. Правда всегда становится явной. Твой муж все равно узнает ее. Вопрос, от тебя или нет. Геба снимаю блоки. Иса выметаю негатив. Альгиз ставлю позитивный заряд на отношения. Все? Магии больше нет? Магии нет. А дальше все зависит от тебя. Я что-то еще должна сделать? Избавиться от обмана в своей жизни. Это главное. Никакая магия не вмешалась бы в вашу семейную жизнь, если бы твое вранье не подтачивало бы ее постоянно. Я была в панике. Ну как мужу правду сказать? Ведь он бросит меня после этого. Привет, подруга. Какого черта тебе опять надо? Мне снова нужна твоя помощь. У меня свидание. Можешь оформить номер, там свечи, шампанское, все дела. Ну ты совсем офигела. Пошла ты знаешь куда. А ты не забыла, что у меня есть информация, которая была бы, ну, очень интересна Саше? Да иди ты, вон. Я Саше сама все расскажу, поняла? Ты еще пожалеешь. Я поняла, что Катя меня никогда не отпустит с крючка и будет продолжать шантажировать. И я решилась рассказать мужу правду. Будь что будет. Помнишь, когда мы с тобой только начали жить вместе, мы с тобой поссорились очень сильно. Мы тогда с Катькой поехали в Воронеж на встречу одноклассников. Я от обиды напилась очень сильно и встретила там Виктора. В общем, я тебя изменила. А Катька об этом знала. И она меня шантажировала, угрожала, что скажет тебе, что Тёмочка не твой сын. Поэтому я не могла ей отказать. Но Тёма твой сын.
Если ты хочешь, мы можем сделать тест ДНК. Нет, мы тест делать точно не будем. Тёмка, мой сын, и точка. А ты меня удивила. И даже не тем, что изменила, а тем, что так трусливо завралась и позволяла себя шантажировать. Я просто боялась тебя потерять. Я люблю тебя очень. Через месяц Саша вернется к Ирине. Она больше никогда не будет ему лгать. Отношения, в которых один врет другому, пытаясь скрыть свои тайны, крепкими не будут. И если в такой союз мешается магия, у него не останется шансов.